поздравляем, еще раз пожелаем здоровья. Сейчас, надеюсь, вправят ему плечевой сустав. Все. Эйн кучли, эйн тескор, эйн таджири бали. Бугун, ким болишь не была самна? Бэтвинер блям бурге, баринчилардан болуп, гаром тикшига улгу. Hozirgi bo'y ham bu необычный бой bo'ladi. Demak, blogger va uning heyterini bo'yi. Agar sizlar nimadir news riot qilayotgan bo'lsa, ko'chada urushtirish kerak emas. Uning uchun mana biz bor. Kelinglar, mana o'zingizlarni kuchingizni ringda ko'rishing. Hozir shu yaqqol bir namuna desak ham bo'ladi bu bloggerlar jangi. Demak, qizil burchakda Султан Даминов де Чакткуламыз. Да, это у нас будет бой бойцов, необычных бойцов. Бой блогера против его хейтера. Появился такой человек, который не согласен с его творческой деятельностью. Такое часто бывает. Но, чтобы увидеть такое, это, мне кажется, впервые вообще можно увидеть, чтобы блогер принял вызов от своего хейтера. Это будет очень интересно. Блогер Капер. Он дает прогнозы. А, прогнозы? А тот, наверное, поставил и не согласен с его прогнозом. Но все же прекрасно понимают, что прогнозы, они не всегда стопроцентные. То есть может всякое произойти. Но знаешь что? Самый надежный и самый топовый букмекер. Это кто? Это Бэтвинер. Итак, в красный угол октагона приглашается блогер, боец. Встречайте из Узбекистана Султан Даминов! Хамага салом, друзья. Ман Султан Даминов. Ман Тошкент Тулыгия. Ман Ва Ман Спот Аналитики. Ман Ман Инстаграм каналым депта негатив обуначим йозгиям, ман комментариям да худы ман прогнозам йо сотеппан, йо алдеппан. Шунчу ман унда Джонни Эфирда гиаплашкиям манда ва... Буну-буну кой да, сан нема диаткендин, укуламан, букуламан, гиапташ оласан, му, бу, дес. Ма деппан бой гиаплаш, ма деппан бой гиаплаш. Харку йо, гиаплашсен гиаплаш ора верам? Манга телефон хлаген, гяплаш кеман, у гяпна умма, чумели кем, бола, чекам, мамля, куш кеман. Ухав, я надо шумар гапом на шунчу мауна маскрадам писан пицеву кияма умлен гапляш мочу машу октагонда факат мау куча да чеваш екен бол да машман. Давай дуста ищем ой тармогларда шунаханги ролигла таркалды ки капер блан одди инсон уртасыда Можаро көп чықты, бұнарсы көчеді ұрыш білан түгады, шу білан бір қаторды, бұла екеуі қозы шерлер жаңыды, өзіні күчіні сынап көріш мақсатты, көчеді ұрыш қылышымыз, ринде ұрыш қылыш әп шықы, бұнарсаны приветствует қыламыз, шүнчен блогер білан ва оның хейтеріні чақырамыз. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой любопытный бой нас ждет, который нам сейчас представили. Да, наверное, у каждого блогера есть хейтеры. Но не каждый блогер будет готов своим хейтерам ответить не только с экрана Ютуба, но и в октагоне лицом к лицу в реальном профессиональном бою по смешанным единоборствам. Султан Даминов – это, наверное, такой первый человек на моей памяти, кто готов именно со своим хейтером зарубиться. Не с собратом-блогером для хайпа, а вот именно своему персональному хейтеру ответить. Это очень интересно. И такое происходит только, видимо, пока что на львиной битве. Рустам Рахмонов ищет новые интересные форматы для того, чтобы повысить уровень шоу. Ну а Султан Даминов у нас, естественно, профессиональный дебют. Выступает он в среднем весе, 82 килограмма, 25 лет ему, 170 сантиметров. Он из Ташкента. Как уже здесь представили, блогер,
капер. Сейчас посмотрим на его хейтера. И чем все закончится, мне очень интересно. Худойшкур Каримов, Хорозмна. А в синий угол октагона приглашается его хейтер. Боец, представляющий Узбекистан. Встречайте, Худойшкур Каримов! Oh, fuck! Shit! Bitch! Assalomu alaykum. Mening ismim Xudoshukur. Men Xorazmdanman. Sultan Damiyev degan bitta bloger bola bor ekan, prognoz sotadigan deb eshitib qoldim. Menga unaqa nimalar yoqmaydi. Men uni kommentariyasiga yozgandim. U promoter qilib o'tirib degan, men promoterga qo'shildim. Qarpiyo, gaplashsang gaplashib olaman. Men ko'chada ham gaplashib oldim. Шелла Зангида бой болот гамболды, иншаллах, он прагнул сот мерян к Куэма. Ну вот мы видим его соперника, Худойшкур Каримов, 26 лет, также 82 килограмма, 168 сантиметров росту. Также он из Республики Узбекистан, представляет город Хорезм. Ну что ж, видимо, вот троллил-троллил он, хейтил-хейтил Султана Даминова и добился того, что теперь сможет ему высказать все, что думает лицом к лицу в октагоне. Пришло время, скажем так, держать ответ за все комментарии гневные, за все нападки. Но опять же, да, не каждый хейтер, дорогие друзья, вот так вот, который любит так с дивана критиковать, скажем, блогеров и их деятельность, вот сможет так вот выйти в октагон, чтобы с ним подраться. Весовой категории до 84 килограмм. Слева от меня боец из красного угла. Его возраст 20... Справа от меня. Его возраст 25 лет. Рост 170 сантиметров. Он представляет Узбекистан, город Ташкент. Встречайте, Султанов Дамина! А справа от меня его соперник. Его возраст 26 лет, рост 180 сантиметров. Он представляет также Узбекистан, город Хорезм. Встречайте, Худойшкур Каримов! Итак, бойцы проведут отбой в трех раундах поединке по 3 минуты. Рефери в октагоне Олег Кучеренко. Просто Влад Кучеренко гелишти. Шунчаки отношения выяснят хорошо. Боец МС. Инноват Коласы. Келинги. Бойцы на середину. Правила знаем, правила не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. Ведем достойный, красивый поединок с уважением друг к другу и спорту. Пожали руки. Пол глав. Ну что ж, выяснение отношений между блогерами и хейтерами выходит на новый уровень. Больше никаких аргументов на словах, теперь только на деле. И начинается поединок. Султан Даминов против Худойшкура Каримова. Сразу так пытался с размашистым ударом Худойшкур идти вперед. Султан пытается более собрано работать в стойке. Но вот идет размашистые атаки Худойшкура, настигают его. Хотят показывать, да-да, давай зарубимся. Шоу хочет сделать блогер. Идет в ноги. Каримов его накрывает. Отличный бросок проводит. И сейчас пытается гильотину закрыть. Тяжелая ситуация. Сейчас Султан Даминов был, вырвался. Пытается настичь Худойшкура Каримова, не дает ему встать. Накрывает его по артере.
Хидашкур пытается подвязать своего оппонента. Вырывается Султан. Забирает спину. И что, пойдет удушающий? Борется сейчас Хидашкур за руку. Пытается он вырваться, выжить. Но и сдается Хидашкур Каримов. Держался он долго, однако Султан Даминов удачно проводит удушающий прием. Одерживает победу. Ну что ж, в первой схватке блогера и его хейтера побеждает блогер. Посмотрим, что теперь друг другу скажут эти люди. Похоже, травму получил Султан. Марабуну мужской поступок деса болады. Оласлага отдельно рахмат көчеде урушкумай өзилерді хама разборилерді машақты. Пожелаем ему здоровья. Первый бой для него закончится победой, но и какой-то вот каким-то повреждением, надеюсь, что не очень серьезным. Что быстро он восстановится, может быть, еще раз захочет выступить в боях. Мана көрдіз, көлінем чықору ордізі. Ну что ж, реванш попросил Хидашкур Каримов. Не все еще отношения выяснены. Хейтер хочет еще одного боя с блогером. Будет преследовать его до конца. Что могу сказать? Султан. Абалам. Короче, друзья, какая история? У него немножко рука повредилась. Вот. Из-за этого ее не могут сейчас поднять, но все равно в этом бою победу удушающим приемом одерживает Султан Даминов! Давайте поприветствуем. Чем его поздравляем, еще раз пожелаем здоровья. Сейчас, надеюсь, вправят ему плечевой сустав. Все. Терапия закончена. Слово победителю. Молодец. Еще раз. Этом бою победу удушающим приемом одерживает Султан Даминов! Молодец. И Кёвус. Да. Гапри. Кольчик это. Кольчик это. Хаим Бульда, Ликинчи Задам. Ох, Гачи Бордум. Соперника Рахмат. Чинака. Вот он, Абуге. Манге. Негативный комментарий озвен, да, и на Алдея мама прогнозила пирама Нотура, Сотамани, Айтка. В Нотуру Буге. Мунга пляштик, раз в Охолдик, инда и Кическа, беда га пляштик. Пурдари, мачи дадам, любой Охолке, мана хамала Олида, чухте плечо, и кем Охолке че бордам, бахамадама, хозу куи бирште, и Кическа булда. Сапеникам, Рахмат. Усмака сигам, катта Рахмат, шунака, Имконент Бердиш, Джанге. Дуса, ман, хамага, Йордан бе мохчима. Шунчу баслана, узана тигам, кам, такит ко мохчима, ага сес спортна казак кам бусес. Масага Йордан бегам, полукулышке. Ман тигам сыткасе, маше видео тиги да улада, ага уса кам кой бирса. Хамага Рахмат, Бетвине Бузу, хамага Катта Рахмат, хамага поддержка. А, кстати, вызов не хочет бросить кому-нибудь из блогеров, да? Султан, может, вызов бросишь кому-нибудь? Да, без проблем, я открыт для всех. Кто хочет со мной подраться, я готов в любой момент, видели? Я не сдаюсь, я даже с сломанным плечом постарался, как-то сделал болевой, и у меня получилось. Это что-то с чем-то, да, было. Я не сдался. Я думаю, я не спортсмен, я больше воин. Как бы, да, я не готовился даже к этому бою. Это было недавно, я мог выйти в любое время. Я вышел, я сделал. Даже видели, я очень сильно травмировался. Это было уже начало, когда он меня бросил, уже вышел. Я все терпел.
и сделал болевой. Спасибо вот Усамаке, он очень помог мне этим, да, вот, что мужики разобрались. Большое спасибо всем. Ты молодец, то, что согласился и принял. Молодец, да. Они решили свой вопрос в ринге, это самое главное. Да, вот бы все блогеры так соглашались. Итак, представим еще раз вам победителя. Султан Даминов, блогер. Обязательно подписывайтесь на него, на его соцсети. Очень классный парень, ведет активную социальную деятельность.